Мы ловим их в разных местах. Где увидим, там и ловим. Где найдем, там и схватим. А они потом кричат: неужели это правда? Неужели это правда? Это правда, наша традиционная раздача пенсий. 20 октября будет 80, 52 года. Фабрика имени Володарского работала. Потом я пошла в шахту 5 лет и 41 год железобетонного. 3000 с добавкой, 3550. Половина на лекарства. Вот, половина. И мне на питание не хватает. Вот хочу что-нибудь такое, что я бы купила. Конечно, с курицы бульончик сварила, поела бы немножко. Все. 3 месяца назад, пока лежала в 21-й больнице, я лежала. Там давали бульон, куриный бульон давали, соки давали, рыбу отварную давали, все давали. Это война. Ну, как вам сказать? Как правду сказать вам? Недовольна я, что дети гибнут, маленькие дети гибнут. Вот что. Молодежь жалко, я хоть что-то прожила 80 лет, деточка. А что вы имеете? Что, как вы прожили? Как вы прожили? Как вы живете? Не надо, деточка. Деточка, а если я тогда должна буду? Не может быть такого, да? Не едите, я боюсь, что я должна буду. Неужели это правда, а? Вам повезло. А вы же на акцию попали, я не знаю такое. Я на обмане не жила, дитё. Я всю жизнь проработала. Спасибо, но неужели это правда? Господь Бог мне послал.